Лавринович, который поспособствовал и сделал все, чтобы Литвин стал спикером. Мустафа, будем говорить откровенно. Мы такие, в общем-то, очень откровенные и честные люди. Мы сказали, во вторник будет коалиция. У Савика, кстати, в пятницу, вы можете поднять запись, я сказал, коалиция будет или на двоих, и это надолго, это будет стабильная конструкция, которая обеспечит стабильность власти, которая сможет действительно сегодня уберечь страну от многих испытаний, или разольют на троих. Разлили в итоге на троих, хотя мы видим, что сегодня есть уже много вопросов, а был ли мальчик. Потому что, судя по тому... Исключено на двоих? Ну, знаете, формально сегодня Литвин объявил о том, что есть коалиция. Исключать в нашем политике нельзя ничего. Я не исключаю, что завтра, послезавтра, через месяц, через два мы можем вернуться к любому формату. Но давайте говорить о сегодня. Безусловно, то, что произошло в парламенте, ну, такой наперсточничеством, мягко говоря, можно назвать. Потому что, я думаю... В чем наперсточник? Объясните тогда. Сегодня... Вы же, во-первых, вы там не были, Нестор Иванович. Целый день в парламенте вас не было, правильно я понимаю? Вы пока еще в зал не можете входить. Когда вас не было в парламенте. Мустафа, когда сможете войти в зал, вы мне, конечно, был. Не было и вас. Мустафа, вы можете посмотреть... Верховная Рада, в зале заседания, вы были сегодня? Мустафа, какая разница? Потому что человек говорит, что это было наперсточничество, не присутствует там. Вот завтра, если я покажу сегодняшнюю регистрацию...